Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazine проведу видеообзор балансира Spider Pro модель 23. Данный балансир имеет длину 50 мм. Поставляется он вот в такой вот упаковке. То есть имеется пластиковый блистер. Такая вот красочная картонка, подложка. На ней имеется информация, посвященная, каким образом необходимо анимировать данный балансир. Указано название модели, цвет, вес приманки, ну и также ее длина. Ну вот фактически вес у приманки чуть поменьше, чем заявляет производитель. Весы у меня показали 8,9 грамм. Длина приманки с учетом хвостика действительно составляет 50 мм. Ну а длина тела у балансира 35 мм. Тело достаточно компактное. Вот так вот балансир выглядит со стороны спинки. В передней части приманки наклеены вот такие вот трехмерные глаза. Балансир оснащен в передней и задней части одинарными крючками от японской компании Maruta. Ну а в нижней петле установлен качественный тройник, также от фирмы Maruta. Крючки очень качественные, острые. Тройник идет вот с такой вот капелькой. Капелька светонакопительная, то есть при воздействии света на нее она этот свет аккумулирует и в темноте светится некое время. Также для большей привлекательности для рыбы на капельке имеется вот такой вот стразик. Приманка выпускается в 41 расцветке. Представлена она как в естественных цветах, так и в кислотных. Ну вот данный цвет, напомню, номер его 19, не такой уж популярный у рыболовов, но на самом деле очень часто балансиры вот в таком вот цвете выручали меня, когда, например, на классические балансиры, например, с голубой спинкой, в цвете Матайгер, рыба реагировала плохо или вообще не реагировала. Поэтому возьмите этот цвет на заметку. Хвостик симметричный, пластиковый, очень надежно приклеен к телу. Бывает или красного цвета, или прозрачного. Данный балансир предназначен для ловли со льда. Так как размеры у приманки достаточно компактные, поэтому данный балансир в первую очередь предназначен для ловли окуня. Ну и другая хищная рыба также может идти в прилове. Приманка имеет очень доступную цену, отличное качество. Советую обратить внимание на данный балансир. Приобрести его можно на fmagazin.ru, ссылку оставлю внизу под видео. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!